Детство в жопе, ну никак не угомонится, блядь. И мы продолжаем серию игр от Дэнди. Терминатор, блядь. Вот раньше игры были вообще пиздец. Вставляли картридж и все, и знали, сейчас будет полная жопа, блядь, огурцов нахуй. Get ready. Пара-па-парам. Сейчас ебало будем бить. Отлично. Вот так вот хуярили, блядь, хипоманов, блядь, пиздец. Вот была игруха, блядь, ха-ха-ха, охуенчик, блядь. Да, сука, они нескончаемые, что ли, блядь. Так, а сейчас добавим звука. Ну и как вам игрухи? С вас лайки, подписки. Пишите, что еще какие игрухи. Еще можно, я не знаю, как сказать, блядь, даже на какие можно сделать обзор, блядь. Какие вам еще вспомнились, охота посмотреть. Вспомнить, что там было, что да как, блядь. Побегаем вместе, вспомним игрухи, блядь, былых времен. О, блядь, веселуха была. Ёбаный в рот, как мы долго... Как я, блядь, долго проходил эти миссии, блядь, все. Как они заебывали нахуй. Сколько мы джойстиков ломали, это пиздец был. Ну что мы... блядь, нам все никак еще не пройти эту зону, блядь. Скольких... скольких мы уже отпиздили, скольких нам еще отпиздить надо. Давай, давай, сука, хуя. А тут их еще дохуище. Это вот хорошо, я помню вот такой вот момент. Здесь, что можно встать на вот этот вот... Что там, выступ такой на машине. И можно их просто потихонечку ебашить, так сказать, блядь. Потихонечку так, блядь. Читерский такой выступ, читерский чисто, блядь. Читак такой, блядь. Сука. Ну, бля, хули, я так понимаю, они... Все, они, сука, не хотят подходить ближе. Придется, наверное, мне самому. А энергии-то мало, блядь. Мало энергии, блядь, осталось, сука. Мне один раз по ебальничку стукнут, и мне пиздец. Пиздец. Стой, стой, стой. Они все откуда берутся, блядь, суки. Все откуда появляются, нахуй. Хуй просышь. Мы сделаем попроще, мы сейчас, бля, хуячим вот этих двоих еще. Так, отлично, больше никто не появился. Ну все, остается у нас этот. Давай нахуй, хипоман, бля, на нахуй. Йоу, мы прошли, бля. Нахуй там был, бля. Нахуй, блядь, товарищи, нахуй. Стоем, бля. По одному, читерский, читерский подломчик такой, подломчик. На нахуй. А ты что стал? На нахуй тоже, блядь. Это, наверное, будет первая игра, которую я... Пройду первую зону, блядь. Ха-ха, я прошел, есть! Я прошел первую зону. И тут мы уже в баре кого-то хуярим, хуярим, блядь. А, спортсмен, давай, иди сюда, нахуй. Мне нужна твоя футболка. Давай, откуда вы там, блядь, вылезаете-то все? Блядь, стой, стой, стой. Блядь, где мне энергии, брать? Здесь, кстати, тоже можно, по-моему, запрыгивать на какие-то то ли барные стойки, то ли куда-то там, блядь. Главное успевать всех хуярить. Давай, 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 подожди, стоп, пацанчик, пацанчик, нахуй, стоямба, блядь. Мне нужна твоя одежда. Вот это пиздец, все, пиздец. Ну все, не, ну с такой домашкой, я с таким хп, я, конечно, его не завалю.
У нас как-то пацаны, блядь, ну на джойстике такая попроще было. Что самое интересное, у него хп не рисует. А, блядь, а, я уже запутался нахуй. А, все. Моего терминатора ёбнули нахуй. Вот такие, блядь, были сложные игры у нас. Вот такие, сука, сложные. Нихуя. А, вот теперь у меня полная энергия. Сейчас попробуем завалить его. Значит, мы его подпускаем. И убегаем. Главное его подпустить и отпрыгнуть на. А он, сука, он, кстати, мощно, блядь, бьет, блядь. Нихуя. Да ну нахуй, ты чё, охуел, что ли? А, блядь. А, не, ну нахуй, короче, в общем, все вспомнили, и ладно. Ставим лайки обязательно. И подписываемся, не забываем.